Всем привет! Сегодня у нас 20 декабря 2016 года. И в этом видео, как вы уже поняли по названию, мы сделаем с вами поверхностный обзор нашего Тельфера, будем так его называть, да, как бы по названию, по-нормальному. И небольшой обзорчик того удобрения, которое мы приобрели уже по советам моих знакомых, уже получается по Ютубу, по комментариям агрономов, так как начинающих молодого поколения и более опытных. Значит, начнем мы, естественно, с тальки. Данная конструкция у нас стоит в земле на четырех ногах, естественно, на четырех опорах. Ну, естественно, здесь две и две спереди. Мы вернемся к ним попозже. Основу, когда делали основу пятки, значит, рылась траншея, яма 80 на 80 шириной и метр глубиной. Стойка заливалась бетоном. Вот это вот в данном случае у нас на этой стойке у нас горячий катанный кусочек, как видите, выходит из земли вот на уровне на 20 сантиметрах примерно. Горячий катанный швеллер 160. Он выходит из земли, он забетонирован. Все четыре стойки забетонированы аналогично по глубине и по высоте выходящей стоечки вот этой вот. Далее в него вварен уже вовнутрь швеллер горячий катанный 120. Вот. Ну, то есть, то, что было, что покупали. Естественно, швеллера длины не нужно. Высота талии у нас почти 5 метров, 4,90. И поэтому у нас, естественно, дома и, как говорится, при покупке не находилось таких длинных швеллеров цельных. И места сварки, вот они, как видите, где сваривались два швеллера в длину. Темно, да? Ну, так, встань на эту сторону сильнее. Во, и так будет виднее, выше. Вот, как видите, видно? Да. Вставочка с сотого швеллерка сделана. Ну, обварена по всем сторонам. И вставка, естественно, тоже вварена вовнутрь. И до верха, естественно, наверх. Значит, берем эту стойку за образец. От нее к дому идет тоже вот такая растяжка, грубо говоря, с уголочка. Уголок, по-моему, сотый, да? Ну, десятка так, получается. Да. 10 на 10. Ну, 100 на 100 получается. 10 на 10 сантиметров с полки. Там тоже такой же вот на той стороне. И стоечка аналогична этой, тоже сварка и все. Поперечина у нас идет тоже со 160-го швеллера. Ну, то есть вот это поперек идет. Также вот сделан и домик получается под саму таль, чтобы ее туда загонять, осадки, чтобы, ну, атмосферные осадки, чтобы на нее не падали ни дожди, ни снег там, говорится, чтобы ее сохранить. Сама талька, видно хорошо ее? Темно? Угу. Вообще не видно ее? Ну, видно. Ну, так, видно, ну, модель. Сама талька у нас как бы по модели, по маркировке трехтонная, но в силу того, что у нас швеллера вот эти, что под нее, по которым рельса, короче говоря, вот эта, по которой она ездит, она сделана у нас, ну, наверное, 180-й швеллер, по-моему, не 160-й, больше. 180-й швеллер, но сварены они как двутавр. То есть они, естественно, слабее, чем двутавр литой, готовый из завода, да. Но, в принципе, мы поднимали по сиденье на ней, ну, полторы тонны, по-моему, что-то было когда-то. Но ничего не случилось. Поднимали примерно ближе к той стороне, к стойкам. Ну, ничего, нормально. А в основном у нас, в принципе, она используется для ремонта тракторов. Вот. В данном случае сейчас мы вам и покажем удобрение, вот этот мешок Big Bag, который тонну весит, мы его сейчас и погрузим на джаку. Ну, это не суть. Вот, продвигаем, пошли в ту сторону. С этой стороны у нас, естественно, вот между этими стойками задними, расстояние у нас 2, под 3 метра, что-то такое. Ну, от той стойки до той. А вот с этой стороны у нас получается 4,70 от стойки до стойки. То есть комбайн Нива СК5 в 4-метровой жаткой может сюда заехать, ну, на мелкий ремонт там и прочее, если это требуется. Здесь у нас стойки получается, ну, то, что в земле, как я говорил, все одинаково сделано. Вот, как видите, вставка такая, вот здесь пониже просто получается, вот вставка уварена тоже меньше. Тут у нас идет стойка, тут у нас идет не со 120, а 160, внутрь 140 варен, вставлен, и пошла стойка наверх. Вот, как видите, здесь вообще, здесь кусок варен, вон, вот здесь вот, ну, темновато, да? Ну, на уровне 3 метров варен кусочек получается, да, ну, возможности ограничены, что, вставай сюда. На уровне 3 метров варено. И идет, получается, вверх она. Вот, раскосы с 120 швеллера помогают удержать вот эту балку поперечину 160, потому что здесь как бы расстояние, естественно, больше, нагрузка больше будет.
Раскос идет до этого ангара, до железного, тоже как бы для подстраховки. И с той стороны, вот, пожалуйста, тоже длинный раскос, вон он идет, и он в землю там тоже забетонировано, ну, по принципу, как и забетонированы основные стойки. Ну, и также, естественно, эта стойка правая, передняя, используется у нас для антенны под интернет. Как видите, вот она длинная, здесь 15 метров, по-моему, она в высоту. И поэтому вот как-то так. Ну, в принципе, я говорю, как и говорил вначале, что она используется у нас не на полную меру, потому что невозможно, согнется это все дело. Ну, каждому по потребности. Ну, и сейчас, думаю, уже будем загружать это дело, чтобы показать. И покажу вам удобрение, какое именно мы купили. Пала, давай. Не стесняйся. А, ящик. Я потом покажу, сейчас сначала. Вставай, залазь, залазь. На машину сейчас покажу, как заодно и в домик, как она заедет. До хаты. Поехали. Ну, темновато, да? Зима, блядь, что-то. Все? Да. На удивление, очень хорошо заехал. Так, вот это я для образца отсыпал с предыдущего мешка образец удобрения. Это у нас получается известковая селитра. Здесь вроде бы, ну, кальций тот же получается, азот и магний вроде бы должен быть. Ну, в каких процентных соотношениях я уже напишу в описании под видео, потому что не помню. Вот, цена ее у нас составила с доставкой домой 6550, да? Ну да, 6550. Ну, что, естественно, даже дешевле у нас на месте здесь дома, как говорится, да, в городе. Селитра обычная 7200. Ну, а это будем, как говорится, удобрять уже зимой и весной, потому как, знаете, если смотрели видео об замере кислотности, то у нас на озимых культурах пшеницы и ячменя немного кислотность не та, и поэтому будем выходить из положения данной селитры. Еще раз говорю спасибо всем агрономам, моим знакомым ребятам, которые, как говорится, не скупились, да, на советы, на нормальные. Мы вот советы, как говорится, впитываем и пытаемся их реализовать хоть в какой-то мере. В принципе, по тальке вроде бы все, да, нормально. Ну, если что, мало ли, может, что-то не сказал, кому реально интересно, кто, может быть, задумал подобный проект у себя, ну, мало ли, что-то, в принципе, напишите в комментарии, я дополню, может, какой-то размер где-то не замерил, или поподробнее кому-то захочется узнать размер, потому что это был поверхностный обзор. Все, вы были на канале Сельхозпеределкин, спасибо за просмотр, смотрите другие интересные видео и не забывайте подписаться на канал. Пока!